Мне иногда кажется, что нас принимают за... дебилов. Ну, как бы, а что делать-то? Нечего там спрашивать. Чуваки, на концерте мы музыканты, мы рок-группа, мы играем для вас. Чистеньким, причесанным модно быть, да? Чушь, я не могу их заставить не пить там или пить. Привет, Бон Джови, если смотришь нашу программу. Да, это я лоббирую интересы. Они под прикрытием были. Да, все одно и то же, ничего не меняется. За это не переживай, это я переживу. Люди-то ленивые. Ну, вы что, опять будете игнорировать все это? Я не понимаю.